Классик! 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 Как на Новый год! Классик! Классик! Встречайте! Классик! Всем здорово! Еп! Что, начнем сразу, да? Всем привет! Надо поднимать обе руки вверх, можно одну, у кого одна. Ну что, заценим? Многим интересно, где взять внутри срез, как написать текст, чтоб рифма и здесь. Что все со смыслом и завернутая идея. И вообще рэп-гении все этих соберут тени. Пора признаться, это именно я был. Центру и басти помогли не адские дьяволы. Это я писал Димасти про модные джипы. Это я писал про Макса письмо Шиму. Теперь ты знаешь, что слов Слима и Птахи автор. Не материл их зря, пацаны не виноваты. Ря не писал текст я, а не парни с Дэвджойн. Так что, пацаны не виноваты. Да что вы, бля. Я пишу тексты всем попсовым группам тупо. Без меня эти мажоры продыхнут как продукты. Если бы это не хавали, я бы не ездил на хавере. И не было бы и денег на моем телефоне с камерой. Витя Классик, это вообще кто такой? Это я написал эти строки твоей рукой. Мой альбом или что там вообще такое? Это я написал эти строки твоей рукой. Вот он, махайте рукой. Это я написал эти строки твоей рукой. Кто-то здесь оставил какое-то дерьмо. Это я написал эти строки твоей рукой. Бра! Вот! Больше никто не хочет со мной поздороваться. Всем спасибо, кто пришел. Это хит или ерунда? Я тут, чтобы ты понял правду. С окраины, Время не трать, не выйдет приятель перепеленать меня к чертовой матери. В плане хип-хопа не преподаватель, но по-любому мать и метать буду. Это не те, кто будут эффектно тебе нести бред. Это вульгарный тон, поднимайте руки вверх. Мы из другой России, о которой ты не слышал. Это Дальний Восток, там где мы готовим. Залей на MP3-шку, разошли всем трижды. Это должны услышать. Это все должны услышать. Это будет так скоро по скачкам, как жизнь, качи, хардкор, кач, буря и гром. Запомни, запомни, по полной, по полной. Вот он в твой дом залетает, как бомба. Взорвать стоп-кран, да. Взорвать все план, а. Мы промутим ствол, на. Пока спит стран, на. Осторожно, в тесных комнатах оттачиваем стайл. Даже не спрашивай, где это можно достать. Я тебя найду. Я тебя найду. Ещё, давай! Я сам это понял недавно, просто засиделся и какой-то таймер раскладывал за все детство. Рассказывал про то, как познакомились первые песни, а теперь этот убогий стиль перед нервы и бесит. Неправильно, конечно, строить мнение по старым пению. Сейчас голос настроен, поставлен более-менее. Аська контакт заполненный, поклонники, зато я знаю нас, как музыкантов. Хоть кто-нибудь запомнит мой рэп. Вульгарный тон сотни ушей влетел. Мой рэп. Вульгарный тон все-таки уже не те. Немного стали старше, но не стали хуже. Ведь кричат хуёво читаешь, когда учишься лучше петь. Раньше мы вкладывали душу в каждый набросок. Да. Теперь песни на постов и пишутся просто так. Мы тоже перестали быть русскими, да, представь. Но от лица всей группы я не стану отрицать. Мой рэп уже не тот. Это уже другие клавиши, это уже другой монитор. Мой рэп уже не тот. И ты меня ругаешь, мир, но как и раньше. Это вульгарный тон. Мой рэп уже не тот. Это уже другие клавиши, это уже другой монитор. Мой рэп уже не тот. И ты меня ругаешь, мир, но как и раньше. Это вульгарный тон. 3,5 года это далеко не срок. Но голову заполонило строками и унесло. Теперь под снэр, хэп, кик, языком. Я занимаюсь музыкой хип ту за хоп. Писали, сводили, выкидывали в интернет. Текста и сатира мы впитывали этот рэп. Я был в твоем винампе, я видел твое туп. Я был рокер и рэпер и клабер. И вот я тут.
Наши песни — это то, что осталось от возраста. Я помню детство до того, как Никита Остом стал. Потом вторая речка. Все родилось в этой квартире, нам терять нечего. И мы этим гордились. Нам похуй на рейтинги и на ранг. Это так, лишь бы болеть этим, и вот на ранг, как этап. Немногие покаят ума рассеку. Ты вот твой дом, потом звонок классику. И песня под водой. По телефону несколько недель мы с Вити разбирали рэп на винтики, пытаясь объяснить и рассказать, чтоб на конце попали слов. Вот классик в вульгарном тоне и понеслось. 3,5 года как в программе, чтоб снято. На самом деле в жизни меня тоже потрясло изрядно. А теперь уважение, кто был место опоры. Мой рэп уже не тот, и я уже не тот рэп. Мой рэп уже не тот. Это уже другие клавиши, это уже другой монитор. Мой рэп уже не тот. И ты меня ругаешь, мир, ну как и раньше, это вульгарный тон. Мой рэп уже не тот. Это уже другие клавиши, это уже другой монитор. Мой рэп уже не тот. И ты меня ругаешь, мир, ну как и раньше, это вульгарный тон. Я, блять, вот, блять, подсела, я бы год не видел этой суки. Что он сказал? А говорит веселье, все супер. Эй, ты чё, блядина, убирайся нахуй. Что говорит? Сказал, что хочет выпить вина хоть. Это крыса, я не просто так высказал. Страшно близко с ней, волосы дыбом только от присказки. С мамой тоже познакомлен был, эти вопли вовлип. Перекрестись, после такого не крикнешь. Давай, три. На конкурсе миссу пью, твои мозги гран-при. Продай закурить, лучше сменить такой рит. Смотри, ты не уходит, падла, я ща буду драться. Что говорит? Сказала, хватит список драться. Тогда мне водки, пиво, водки и сука. Ты чё, сука? У меня в кармане только сотка. Что он сказал? Говорит, что ваш наряд, красотка, так прекрасен, что кажется, что из облаков сотка. О, я таю. Тварь, я тебя закатаю, блядь, кто заплатит? Засунь ты в жопу это платье, я тебя знаю. Сначала закажет тварь, а потом типа не с нами будет отваливать. Все, блядь, я ухожу, пока не началась драка. Слышишь, ты падла, иди ты нахуй. Что он сказал? А говорит, иди нахуй. Что? Иди нахуй. Что? Иди нахуй. А какой припев? Все вместе. Все вместе. Куда идти? А какой припев? Куда идти? Все вместе. Ну слушайте дальше. Пожалуй, как у свиньи был твой визг дикий, но пожалуйста, вернись мне, не с кем удовлетворять инстинкты. Твоя мама не спит, на тот свет завтра чухнет. Ладно, не пизди, она просто мне мстит за дочурку. А я пиздатый и чуткий, это же факт. Я всегда делился жвачкой, помнишь? Прежде чем доживать, я готов просить чай утром. Подумай, хватит, выключай умную, пора врубать туру. И этот бар клуба, а точнее его угол бракомаку, там силуэты чернее, чем уголь. Но даже так ты выглядишь гуд. Образ чарует, контуры губ опять немного ровнее, чем руки. Короче, падла, не найти тебе такого парня. Пойдем выпьем на паре и ко мне на пару палок. Но тут из темноты выходит типа не деваха. Маша, это ты? Какая Маша, слышь, иди нахуй. Иди нахуй. А какой припев? Ну куда идти-то, блядь? И еще раз. Я не слышу, блядь. Витя Классик. И вы все, блядь. Вам всем весело. Что? Ну погромче, давай. Я не слышу. Всем Т ходит. Иди нахуй. Все вместе. Куда идти? Иди нахуй! Короче, иди! Иди нахуй! Слышь, ту! Иди нахуй! Воу-воу-воу! Но пчела все равно кидает. Yeah, yeah, yeah.
Яу, это вульгарный тон, три маленьких пчелки. Парим, дабы добыть гран-при. Классик, о чем ты? Пчелы умирают, жаль, и нам жалик. Но мы после атаки жало перезаряжаем, это правда. Хоть звучит невероятно, друг, земля круглая, но ублюдки на каждом углу. Полно веселых и находчивых, хоть не камеди клуб. Но даже глупый в этом стоге сена увидит иглу. Разобрали роли согласно логинам и паролям. Узнаваемые про в рэпе по крови на робе. Вряд ли покроем расходы, давай поспорим. Мы слетим с батла, но завтра мы вернемся с роем. Моя трибуна будет буйной, желто-черной, как белая. Жизнь не так бывает, Витя бьет, Саша добивает. На любом этапе валим. Да, вылетает, либо ты с нами, либо ты сваливаешь. Так или так. Маленькая пчелка из Владивостока. Сколько ни маши руками, не будет толка. Но только против правил невероятно. Слетая в точки, превращая эти пятна. Маленькая пчелка из Владивостока. Сколько ни маши руками, не будет толка. Но только против правил невероятно. Слетая в точки, превращая эти пятна.